И людей больше в тарелках. Еще раз. 13:27. Если вдруг рядом с вами оказался владелец купона, будьте добры, пропускайте его срочно к нам, для того, чтобы мы минимум времени теряли на розыгрыш очередного приза. Появился у нас кто-нибудь? Да, вторая сковорода, там тоже сковорода, так называемая, фирма Кефаль. Есть? 13:27. Не забывайте, в том случае, если не окажется человека на месте, мы изымаем купон, и, естественно, он в дальнейшем розыгрыше уже участие не принимает. Где-то есть, я слышу, что есть. Пропустите, что вот человека-то, да поаплодируйте ему уже. Вы следующим можете оказаться. Милая девушка, может, ты вам тебя оплатить? Вам это, в принципе, сейчас позволено? Нет, вот сюда. Вот сюда, как экспертом независимым. Возьмите, пожалуйста, у меня корешок. Это вот второй у нас номинант на сковороду «Кефаль». Третья сковорода. Третья сковорода.